знаю, что он делает. Это не я. Это душа моя. Нет, это дракон. Это дракон. Это горный козел, короче, скатился с горы и все. И это последний звук его в жизни был. Пусть голос меняет. Но вообще в теории я могу говорить, но не совсем своим голосом. Женщина, уйдите, пожалуйста, цветы нам не нужны. Все, уходим. Здесь, короче, очень много проходит всяких вот женщин, там, деток, а они предлагают вот цветочки. Благо, ты хоть развелась с этим уёбком гексогеном. Вот загорать, типа, ну, можно. Петиции уже написаны, точная причина бана до сих пор неизвестна. Как я поняла, был отправлен репорт от какого-то стримера, так как канал был забанен до разбирательства. Это нарушение сочли как особо тяжелое, поэтому нет точного срока наказания и т.д. Русская модерация сейчас разбирается в этой ситуации. Да, сразу видно, что Біла Церква. Все заведение на нас подивилося. Господи Боже. Наверное, все сахара надо. Да. I'm sorry, no, we need sugar. Sugar, sugar. Да. Yeah, sugar. Спасибо. Что ты всех братьями называешь? Сука, он думает, что я дебил. Ты дебилка, Анфиса. Yeah. Ты такая дебилка. Сходи пописай, тебе моча уже в голову бьет. Да народ? Я не буду так много разговаривать с вами, потому что маска слетает. Да что ты доебалась к моей маске, блядь, сука. И вообще, я ебала рот этих модемов. Да модемы. Мы поняли, что ты уже выебалась. Модемы нихуя не работают. Не работает. Что по яйцам? Минус яйца. Лилью почему-то не может принять была. Сигнал с их. Ой, я прошу прощения. Анфиса, блядь. Масочка слетела. Масочка слетела. Фугас тебе в рот, Анфиса. Господи. Дело в том, что модемы почему-то ловят связь, но не могут раздать эту связь в Ливью. Я не понимаю, с чем это связано. Ай, блядь, сейчас. Мальчик, блядь, иди сюда. Can to me please go? Yes, please. I need пароль здесь телефон. Wi-Fi пароль. Twice. Так. Я хочу. Да? 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 Да, да. Бокс, а? Это такой отель? Не-не-не, не то, не отель. Короче, нет, пицца, возьми хом. Yes. Yes, окей. Пицца in box. Yes, окей. Okay. For me, я go to the home. И это самое, и money, счет, короче, мне надо вот этот хорошо. Тикет, вот этот, да. Да. Thank you. Що ж так туго в мене з цим язиком, а? Thank you. To repeat, цей во. Ну, цей во. Цей? What цей во? Не вот, просто цей во. Но, но? Ну, цей? Цей? Во. Окей? Ой, ребятки, мы не знаем, за что вот у Гекса такая вот череда невезений, но, в принципе, у меня ответ логический есть. Вот. Вот эта защита я понимаю. Вот одна нитка, вторая, вот на пальцах. Тобі надо нитка, Анфиса, да, по-любому. Но я даже не знаю. А вдруг зі мною щось случиться, если я зніму? Я щось боюсь. Ну ладно, давай попробуем. На. Дарю. Сейчас мы одінем. А прикиньте, вот сейчас, цей, короче, трах тебе дух и все. А я казала, що надо цеплять нитки. Я тобі казала, надо в церкву було сходити, яйця посвятити. Ні, не надо. Ні, я відповідаю, плюс оце тупо, о, руліт. По-любому, от у мене все нормально. Я, блядь, що така напряжена? Да я вообще, блядь, расслаблена, ребята. Наталья Сергеевна, почему они шушукаются между собой? Думаю, хто перший тебе ёбне.
чи по очереді. Коротше, це буде по-любому тройничок. І оці три стіка сахара, це був тупо намек на тройник. От, три – це ваше число. Це Євпаторія. Я пожелаю, Сомбрія. Облака впиваются в горы, это же как красиво. Зевс проснулся, разбудила ты его своими этими фугасами. Невероятная красота. Невероятная. Давайте разломаем, посмотрим, что здесь внутри. Не стоит, будет фугас. Уи! Пахнет огурцом, кстати. Не знаю, огурчиком здесь какие-то еще зернышки. Я надеюсь, оно не ядовитое. Все, идем. Подними. В смысле подними? Подними. Я, это там зернышки засохнут. Прорастет новое дерево. Я за природу. Подними. Ты нафиг. Помеха справа. Примите влево. Он добавит строку доната. И там уже решит, что с этим делать. Ну да, не для себя, наверное. Да. Там для детских домов, еще что-то такое. Пожалуйста. Он меценат. Это самое. А лимон твой последний, ничего, что я его выдавлю? Это самое. А у нас в багажнике это самое, плоды мы там собирали. Блин, у нас 4 лимона. Пахнет. Так сухое надо брать. Так мы сухое взяли розовое. И это самое. И шо? Розовое, короче, взяли. Сухое. Ну, такое, типа, сначала оно нам не понравилось, а потом уже скажу. Нормально. Во-первых, по клеям виниловые, акриловые, да. Кто? Ну, майонезом намажут стены. Ну, блин, ничего себе, пусть отрабатывает. Да, мне должен денег. По красоте все, да? Ох ты, ты ж, ух ты ж. Потолок нормальный. Ростов, привет, Новосибирск. Какой кураж? Сирия, ничего себе. Не? Будешь? Казань, Красноярск, Мурманск. Всем привет. Казань плюс 30? Круто. Кыц, смотри, какого. Кыц. Где она пропала? Кыц. А это надо подождать. Харьков. Вилла Марина, да, цветочки? Вот. Какая герань? Это калачик. Вот ты шо, Ира? Вон те цветы, разве не герань? Бля, что такое герань? Комнатные цветочки. Ира, все, пьем вот этот наш шмурняк, короче, и все. Это не герань, это калачики. А что такое калачики? Это вот то, что там. Что-то, что герань? Обычно, да. Герань, да, герань, да. Герань, но только калачики? Угу. На что стрим идет? На айфон. Народ. Ира под фазой уже. Это валаха. Послушай, вот это что происходит. О, дед. Я больше петь не буду вот это. Сейчас я так, вот так, можно? Ага, давайте. Мне кажется, это нормальные люди, а... Пока ебашит из колонок, нихуёвый бас, я на пачке нихуя рвать. Я, МС, Валер Боров, нихуя тут потанцую без перебора, нихуёво, я пожилой старый тупачик, я танцую, и моя пожилая жопа будет. Я МС, Валера, чичича, Валера, чипобой, пожилой мой, я трясу губой, тёлочка, молодая, голая, всегда со мной, она танцует на пожилом, чап-чап-чап-чап. МС, Валера, нихуя себе базуха, бит, бас, бауша, гуяр, дар, бас. Я МС, Валера, нихуя себе. Around you.